На 10 больше. 210 бюджетных мест выделят для студентов медицинского колледжа на Камчатке в следующем учебном году. Что отрадно для нас, Владимир Викторович, порядка 30% студентов, которые поступили в этом году на бюджет, это люди, которые уже имеют опыт работы в здравоохранении. В частности, они работают в качестве младшего медицинского персонала и уже понимают, куда идут. С медицинским колледжем работу построили, регулярно встречаемся, однозначно будем продолжать и, соответственно, вместе со студентами будем дорабатывать именно уже вопросы касательно принятия в коллектив и непосредственно назначения так называемых наставников. Работу будем проводить, усиливать. Я рассчитываю, что в этом плане будут очень серьезные изменения. Ну и по итогу медицинской, если заканчивать вопрос по медицинскому колледжу, в медицинском колледже на сегодня обучается 983 студента, на бюджетной основе обучается 617 человек, и на внебюджете 366. Добавим, в Камчатском медицинском колледже работают дневное и вечернее отделение. Студенты получают медобразование по различным специальностям: сестринское, лечебное и акушерское дело, лабораторная диагностика и фармация.